Я готов служить Серапису. Нужна помощь? Да, пожалуй. Стража отбирает у людей еду, прикрываясь именем Сераписа. Берут десятину, а затем вдвое больше для себя. Они несут все в арсенал, где делятся со своим Филакитом. Люди голодают, и я боюсь, станет хуже. Не беспокойся, жрец. О людях я позабочусь. Я буду ждать. Найдешь меня на пристани? Крадут у Сераписа. Стражники должны соблюдать закон. Как низко. Другим эта еда явно нужнее. Я смогу накормить голодных. Это неправильно. Повозка с едой, жрец, как просил. Люди фараона с радостью отдали ее. Это, брат, больше, чем я ожидал. Сегодня людей накормит Серапис. Да озарит его воля твой путь, жрец. И твой, Меджай. Oh.
Что ты? Тебе конец! Серапис. Змей получит свой ответ. Лакс! Все лавны хьюги вместе! Не отдам! Копии всех рукописей должны храниться в Великой Библиотеке. Это мое! Видно, твоей писанине не место подле гениальных работ Архимеда, Платона, Сапфо и Аристотеля. А что, они все там? О, да. Ну, тогда можешь переписать. Поздно, я передумал. Да что ты, бери. Нет. Забирай. Как же мне найти Аю среди всех этих свитков? Мне кажется, Фан много болтает. Но идеи интересные. Радикальные. Почти опасные. В этом ты прав. Вот только краткости ему не хватает. Рядом все знания мира, лишь протяни руку. Здесь мы можем свободно говорить о деспотичной власти, что держит нас в рабстве. Александрийские поэты, я говорю о них? Так вот, эти актеры полностью посвятили себя идеям свободомыслия. Их не заботит воля фараона. Несмотря на то, что наш правитель издает один деспотичный указ за другим, здесь, в библиотеке, мы вольны говорить то, что думаем. Итак, Серапис. И что? Где Ая? А, Серапис. Я написал о нем пасторальную трагикомедию. А. Ты Баек, да? Ая тебя заждалась. Как она? Быстрее, за мной. Прошу прощения, друг мой, но ты пьян. В библиотеке это недопустимо. Она прячется. Кто ты? А, любишь поэзию Гомера, так? Прошу сюда. Я брат Аи, Фан. А, да, Фан. Рад встрече с тобой. Расскажи, что с Аей. И почему ты так осторожен? Геннадий отправил людей обыскивать дома. Солдаты вытаскивают людей на улицы и пытают этих несчастных. Теперь наши правители позволяют все. Геннадий? Чудовище. Это Филокит Александрии. И он готов перерыть весь город. Так где Ая? У меня есть могущественный друг. Аполлодор. Ты ведь слышал о нем? Ни разу. Услышишь. В любом случае, это он подготовил убежище для Аи, когда все началось. Что случилось? Ты мне не ответил. Это политические интриги. Потом она тебе все объяснит. А Макса и Лавниска Гагистеус. Да это Фан. Думает, что он поэт. Прямо-таки новый Софокл. Дальше я не пойду. Иди к монументу. Там убежище Аи.
Куда? Поверь мне. Я скучала. Нельзя так долго жить в разлуке. У нас есть только мы. Без схему. Мы будем вместе. Двое. Друг для друга. Есть вести. Следы правосудия. Ей я избил Медунамона. Ужасно, что у нас с тобой такая доля. Но я тебе благодарна. Если честно, это было приятно. Как я скучал. И мне не хватало тебя. Я тоже убила Актеона. Проследила за ним и нашла в его комнате маску. Дождалась его, заставила надеть маску и пронзила клинком его глазницы. Ая. Но я была небрежна. Другой тоже в маске проследил за мной до дома. С ним было еще сложнее. Остался один. Потом все кончится. Взгляни-ка. Забрала у Актеона. Аполлодор сказал, что этот папирус принадлежит совету. А значит, змей при дворе Птолемея. Откуда об этом знает Аполлодор? У него повсюду уши. Он связан с Клеопатрой. С Клеопатрой? Она же преступница. Это все козни ее брата, поверь. Она жаждет вернуть трон. И тоже хочет смерти змея. Она верит мне. И дала мне это. Чтобы убить его. Древнее оружие, которым убили тирана Ксеркса. Клинок правосудия. Хитроумно. Я проникну во дворец, найду владельца печати змея. И воспользуюсь клинком. Ты сможешь многое узнать в покоях придворного песца. Он часто бывает в банях. Обыщи все, пока его нет. А ты? Я буду здесь, пока Геннадий прочесывает улицы. Он жаждет моей смерти. Узнаю, что смогу. О Геннадии и змее, и о том, как убить их. Выясни, кто такой змей, и яви ему лик смерти. Встретимся у Панеума, когда покончишь со змеем и Геннадием. Расставание ранит мое сердце. И мое, любимое. Что это? Это путь к пристани. Неужто Фан тащил тебя через шахту? Mm-hmm.
Должны здесь заметить. Эй, ко мне, братья! Перебьем всех, кто служит. Обещаю.
Эй! А ну покажись! Живо! Вот тут убийца, что ты делаешь? Что еще такое? Все, дороги! Кто вздумает с нами тигр? Фу, беда! Не вижу врага! Эй. Почему ты затащил меня сюда? Ты хотел убить мою жену! Твоя жена сама выбрала свой путь. Убийцы и преступницы. Я лишь исполнял свой долг Филакита. И за это ты лишил меня жизни. По-твоему, месть важнее, чем закон, Миджай? Ну так знай, мои Филаки разыщут тебя. И тогда ты умрешь. Да сопроводит тебя незримый. Владыка Дуата ждет. Выпущу.
И я рад. Спасибо, друг. Не по зубам. Бежим! Смерть слугам Птолемея! Я его убью! Он поднимается! Стреляй в него! Тревога! Стреляй! Стой! Я за подмогой! Пуски, парни! Кишки выпущу! Чудо. Лови! Спасибо большое. К оружию! Тревога! Псы Птолемея умрут! Зараза! Спасибо, друг, не по зубам. Бежим!
тебя. Что ты? Что? Зараза! Командир! Да хранят тебя боги! Крепкий ублюдок! Что ты... Не убежишь! Эй! Что? Выдыхаешься? Ага! Вот ты где! Сейчас подстрелю!
Эй! А это еще что? Заперто. Это покои придворного писца. Лестница? Ключ. Судя по свиткам, это сундук придворного писца Евдора. Двойное дно. Письмо. Почтенный Ибис, фараон сговорчив и будет помогать нам в наших замыслах. В Сиве действуй с осторожностью. Убийство Цату лишь начало. Еще двое наших соратников погибли здесь, в Александрии. Тем не менее, пока для паники нет причин. Геннадий без устали допрашивает жителей города. Мы ценим твои труды, Ибис. Живи, да. Здесь стоит печать змея. Змей — это Евдор, придворный писец. Айя сказала, что писец часто посещает бани. Там я и прикончу эту тварь, Евдора. Что?
Стой! Стоять! Что ты? На! Грязное отребье! На куски порву! Тебе здесь не рады! Я женщина, то непременно знаю, где прячется убийца. Евнор снова здесь. Мне здесь нравится. Одно это здание стоит поесть. Так жалко его. Посмотри, от какой роскошный свод. Должно быть столько хлопот. Божественно. Да он ходит сюда поглазеть на голых мальчиков. Как и все мы. Все ли вас устраивает, господин? Вода сегодня едва теплая. Не простите. Эй, ты! Стой! Господин, довольны ли вы приемом? Симонит, ты выпил. Подготовьте полотенце. Стой! Стоять! Кирс не разбирается в лошадях. Вам что-нибудь нужно, господин? Не докучай мне, если можешь. У жреца настроение может подняться только когда он пернет.
Выпил и выпью еще. А если бы не выпил, разве наш фараон стал бы умнее? Сюда меня не пустят. Моя кожа. Просто ужасно. Не следовало мне якшаться с тем моряком. Покончим с этим! Да будь ты проклят! Зачем тебе убивать меня? Зачем ты убил моего сына, мразь? И ты глупец! Храм в Сиве! В той забытой богами дыре? Я не имею к этому никакого отношения. Уже поздно лгать. Анубис ждет. Палец ничто, зато я смогу убить змея. Змея? Змей будет жить вечно. Сын Тапопа. Владыка Дуат. Евдор убит! Боги, спасите! Его убили! Сколько здесь крови? Он был так красив. Это же Евдор, бедняга. Что? Τι πλέον
Любимый. Змеи и Геннадий мертвы. Змей Евдор. Он нашел свою смерть в банях. Жаль, меня там не было. Привет. Я уж хотела тебя вытаскивать. Адреналин и давление подскочили. Из-за этого вырос пульс и уровень гормонов в крови. Серотонина и окситоцина в частности. Что там произошло? Ая здесь. А кто это? Жена Баека. Я чувствую ее. Чувствуешь? Скорее всего, это просачивание. Тебе досталась не только память Баека, но и эмоции, которые он испытывал. Да нет, похоже, она и правда в этой пещере. Супругов часто хоронили вместе. Вторая мумия? Нам нужно доложить в Абстергу. Сначала найду Аю. Не скажешь ты, скажу я! Диана, нет! Так я опять останусь за бортом. Задвинут, как обычно. Ладно. Ага. Что такое? Просачивание ведет меня к Ае. Ну, класс. Можешь и дальше лелеять свой комплекс супергероя.